Джастин Адамс, гитарист и соавтор последних альбомов Роберта Планта. Салах Доусон Миллер играет на перкуссии. Свое искусство он постигал в Алжире, Марокко, Бразилии и на Кубе. Джулдекс Камара, музыкант из Гамбии, играет на рите однострунной скрипки. Мультиинструменталист Бен Мендельсон, собственно, придумал термин «world music». То есть то, что мы сегодня с вами слушаем, как термин принадлежит ему. Он один из основателей группы «Three Mustafas Three», «Billy Bragg's The Blokes» и, наконец, Лу Эдмонс, ветеран панк-рока и музыки «world music». Играл в Public Image Limited с самим Джоном Лайденом, The Damned и многих других. И даже в тувинской группе Ят-Ха. И все вместе на одной сцене, как вы понимаете, это ядерная смесь. В общем, насколько я поняла, это трио дуэтов. И все вместе звучит Триоболик, Камара, Доусон и Адамс. Это Англия, Гамбия. И сами из Татарстана! Бек яхсы! We are from London, actually. Ну, я чуть-чуть по-русски. Мы из Лондонистана! Вы знаете, где это находится? Лондон. Это ложь. Он из Африки, и он из Ливерпуля. Сейчас мы будем... Ну, чуть-чуть тихая песня для вас. И по-русски. One, two, three. Спасибо!
Ну, что стоит там назад нам? Это мечит, да? Большой мечит. Мы будем сейчас маленькие песни для мечита. А там в океане мы все английские, там Гамбия, это все океанские люди. Мы моряки наши. Там есть один святой, это Сиди Мансур. И он самое важное свято для всей океаны. А у вас есть матушка там. И куда? В океаны, конечно. Это Сиди Мансур. Это для святых. И для мира, и сотворения. Пожалуйста.
Салам! Спасибо! Сейчас вы будете слушать Джульде Камара! I'm sorry, I don't speak Tatar, and I don't speak Russian. But this music is for swinging the hips. Thank you. Спасибо. Yes, salam. Saladosun Mila. Kazan. So beautiful. Thank you.
monjaro yo ke tam ko sam nadam ma totoro ki de keri tuna thank you.
Спасибо. Thank you. Спасибо.